Добрый вечер, Самара. Как ваши дела? Как прошла самая невероятно суматошная предновогодняя неделя? Подарки куплены? Елка наряжена? Да, давно мы с вами не собирались в такой приятной компании. Обещаю, что теперь будем встречаться чаще. Каждую пятницу в 19:35 на телеканале «Самара ГИС» будем подводить итоги недели. Интересные люди и истории, яркие моменты и невероятные события. То, о чем говорит весь город. Что ж, пора начинать. Предновогодняя суета вокруг нас, мы все бегаем, покупаем подарки, суетимся, но нельзя, друзья, забывать о себе, о том, что нужно отдыхать. Поэтому, наверное, не зря нам даны эти удивительные новогодние каникулы, когда можно вытянуть ножки, сходить в гости, ну или просто дойти до ближайшего кинотеатра и уж насладиться всем тем, что там будет показано для вашего же удовольствия. Ну, начать, кстати, можно как раз-таки и в канун Нового года. Друзья, рада представить вам наших удивительных и хороших, замечательных, чудесных, красивых, могу долго говорить, партнеров это киноцентр «Вертикаль». Киновертикаль, все вы ее знаете. Мы билеты регулярно разыгрываем, многие из вас уже там бывали, так вот давайте представим лично. С нами здесь Екатерина Шарганова, управляющая, здравствуйте. Здравствуйте. И человек по связям с общественностью, который отвечает за все, что происходит там в рамках всяких движников и удивительных премьер, Катя Первова. Катя, здравствуйте. Привет. Могу желание загадывать? Мне можно, тем более в канун Нового года. Чем будете удивлять? Мы покажем замечательный балет «Щелкунчик». Это трансляция театра, театральной постановки. Мы месяц назад еще открыли продажи и моментально выкупили полный зал. И билеты еще немножко остались во втором зале. Мы параллельно открыли два зала. То есть двух залов? Да, мы, честно говоря, не ожидали такого аншлага. Вроде бы 31 число, все в своих делах каких-то предновогодних, но тем не менее... Это же «Щелкунчик», это же наша сказка, сказка новогодняя. А почему решили вот именно «Щелкунчик» показывать 31 числа? Это традиционно самое новогоднее представление, какое только можно представить. И это тот шанс, чтобы окунуться в волшебную сказку не только для детей, потому что балет идет 6+, но и для всех взрослых. Большая елка, новогодние игрушки и сказка, которая знакома всем. Так, ну а в чем преимущество похода в театр, в кино? Скажем так, 31 декабря не каждый из самарцев может все бросить и поехать в Москву в Большой театр. Ну, а мы даем. Да не только 31 декабря, я думаю. Как и в любой другой день. А мы даем такую возможность, потому что мы показываем прямые трансляции или показы в записи балетов именно из Большого Московского театра. То есть это будет что-то такое дух захватывающее? Да, безусловно. Что покажете на каникулах? Какие фильмы нам стоит смотреть, ожидать? Екатерина, ну расскажите, презентуйте. Да, конечно. У нас очень много проектов для деток, для семейной аудитории. Это, конечно же, очередная часть «Трех богатырей», которые в этом году поедут в Египет. Что же мне сидится-то там на Руси? Неожиданно, да. А для совсем маленьких зрителей тоже мультик «Чудо-Юдо» будет. А «Джуманджи» — это, наверное, проект для более взрослой аудитории, и для подростков, и для родителей. Он уже сейчас идет, и мы видим, что очень большой интерес, на самом деле, в публике. Ну, конечно, если ориентироваться на старую культовую игру, фильм, да, то тут как очередные бы нервишки себе пощекотать захочет каждый. Так. Очередные елки традиционно выходят перед Новым годом и в новогодние праздники. И, конечно же, самым ожидаемым, наверное, фильмом Нового года это «Движение вверх». Это тоже российский проект, который вот в прошлом году «Викинг» выходил, который очень хорошо собрал. И «Движение вверх» про наших спортсменов, про баскетболистов, про их волю к победе. Зовите друзей, детей, бабушек, дедушек, идите в кино. Ну и традиционно от наших гостей новогодние, предновогодние пожелания, поздравления. Это можно сделать прямо сейчас. Давайте. Уважаемый самарцы, мы хотим поздравить всех с Новым годом, с Рождеством заранее и пожелать вам сбычи мечт в новом году и, безусловно, радости и приятных моментов, чтобы каждый день приносил вам счастье и удовольствие. Ну а мы со своей стороны постараемся радовать вас не только новыми красивыми фильмами, но и, конечно, эксклюзивными показами. Да, новых ярких впечатлений, эмоций. И пусть все то, что не случилось в прошлом году, обязательно случится в будущем. Чем вам запомнился 2017? Вот если сейчас закрыть глаза и прокрутить в голове самые яркие воспоминания, наверняка получится целый снежный ком.
Для нашего телеканала год выдался особенный, юбилейный. Самара ГИС в этом году 10 лет. У нас новый интернет-рекорд. Мы перешагнули отметку в 15 миллионов просмотров на YouTube. Запустили немало успешных акций и проектов. Да что я, собственно, рассказываю вам? Вот мои коллеги, они и ответят на этот вопрос. В этом году мы впервые с детьми съездили на море. Это были потрясающие детские глаза, эмоции. Они первый раз увидели море. Мы всей семьей выбрались в Доминикану и потом на остров Хайнань. 2017 год запомнился исполнением давних детских мечт. В этом году мы отметили 5-летие программы «Право на маму». Был огромный праздник, пришли герои нашей программы, пришли приемные семьи. В этом году мы купили собаку, о которой давно мечтали. Мы не раз бывали на стадионе строящемся, следим очень внимательно за этой темой. Буквально, как преображается Самара каждый день. Я вживую увидел сборную Германии по футболу на Кубке Конфедерации. Радовался, как ребенок. Буквально пару дней назад мы подвели итоги конкурса на лучших питомцев. Собака – друг человека, друг нашей семьи. Ну, в общем, самое дорогое и ценное для тех, кто любит животных. И вот, собственно, наша победительница. Мне кажется, в очень серьезной, да, Ульяна, битве, непростой, победила собака-белка. Ну, давайте рассказывайте про нее, про свою любимицу-питомицу. Мы видим ее сейчас на экране. Собаку мне подарили буквально полгода назад. Я всегда хотела большую, дорогую собаку. Но так получилось, что мне ее подарили, и она оказалась помесью пекинеса и шпица. Я изначально была не совсем рада этому подарку. Долго к ней привыкала, но в последующем потихоньку мы друг к другу привыкли, и теперь я очень счастлива, что эта собака именно со мной. Ну, мы видим также на экране наших еще одних победителей. Собака по кличке Баси и Ричи. Я думаю, что их владельцы тоже рады, и обязательно мы вручим им заслуженные награды. Это будут билеты в кино и в театр «Самарская площадь». Сходите, развейтесь на январских каникулах. Как часто вы участвуете в каких-нибудь конкурсах, выигрываете в лотерею или просто вам везет по жизни? Ну, кстати, довольно редко участвую. Вот решила попробовать и получилось, выиграла. Ульяна, ну вам на правах нашей победительницы вручаю призы. Пригласительные билеты на концерт стендап-комика Нурлана Мамедова. Это будет уже совсем скоро, в январе. Также набор наших фирменных стикеров. Вот так каждый из вас может здесь оказаться в нашей студии, лишь поучаствовав в конкурсах, которые проводит телеканал «Самара ГИС». Не переключайтесь, друзья, наш эфир продолжается. Все самое интересное для вас приготовили специально. Где вы собираетесь встречать Новый год? Думаю, не важно, где, важно с кем. И если вдруг вам скучно станет дома, отправляйтесь гулять. Тем более, что новогодняя ночь в Самаре обещает быть насыщенной. А проведет ее на нашей главной площади официальный талисман чемпионата по футболу FIFA 2018 в России – Забивака. С ним, кстати, можно будет сфотографироваться на память. Итак, 31 декабря праздничная новогодняя программа на площади Куйбышева начнется в 18:00. Ведущими станут послы Самары, города-организатора чемпионата, телеведущий Евгений Савин и музыкант Сергей Войтенко. Всех, кто придет послушать бой курантов на главной площади города, ждет выступление популярных самарских артистов, дискотека и фейерверк. 31 декабря с 12 дня и до 16:00, а 1 января с 16:00 до 8 вечера в усадьбе самарского Деда Мороза на площади будут проходить сказочные представления. Ну и в продолжение темы, где отдохнуть, весело провести время с друзьями и просто отвести душу за весь 2017-й, расскажет нам наш следующий гость. Это Денис Георгиевич, человек, который прочно за собой закрепил звание, ну, не главного оленевода страны, но, по крайней мере, Самары точно, потому что именно он проводит уже 4-й год подряд симпозиум оленеводов. Да-да, в Самаре, оказывается, у нас и такое есть. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Что же такое симпозиум оленеводов для тех, кто еще не примкнул к рядам? Ну, как уже понятно из названия и, соответственно, локации в Самаре, это некая немного бредовая вечеринка. Это уже хорошее начало, так. То есть на которой можно действительно прийти и полностью расслабить голову, мозг, все что угодно.
оттянуться действительно после всех новогодних праздников и то место, где, в принципе, собирается большое количество людей, которые хотят действительно прям вот отдохнуть по полной программе. То есть отдохнуть после праздников. Да-да-да, именно тот праздник, на котором отдыхают после праздников. Это какое-то очень странное, мне кажется, мероприятие. Кто там будет, кто обычно приходит, кого в этот год пригласили? Ну, в этом году, как, впрочем, и в предыдущие, у нас большое количество музыкальных коллективов. В этом году у нас участвует группа Pinta Coffee, группа Jill Band, группа Silver Strings, группа оркестра имени Брюса Уиллиса. И... Оркестр имени Брюса Уиллиса – это тольяттинский, да, коллектив? Да. То есть, в принципе, это уже вырастает в некую областную такую штуку. Поэтому, как правило, вести все это дело буду я. Ну, иногда ко мне присоединяются мои коллеги, но это, опять же, все спонтанно. Как вы понимаете, там может случиться все, что угодно. Да, мы абсолютно в добровольном формате немножко издеваемся над гостями, но самое приятное, что всем это нравится. Никто не против. Да, в принципе, люди идут на это добровольно. Фокусники, иллюзионисты. Как пойдет. Битбоксеры, MC. Немаловероятно. А Деда Мороза, Снегурочки, бывшие и будущие? Ну, они, скажем так, присутствуют незримо, но иногда проявляют себя. Ну и опять же, исходя из названия, и если вы видели хотя бы один тизер в прошлом году, в этом году, то, в принципе, можно уже понять атмосферу. Ожидать можно чего угодно в любой момент. Ну и самое главное, приходят люди, действительно, которые, ну, скажем так, любят какие-то неформатные, интересные, сюрпризные вечера. Денис, наверное, попрошу сейчас новогодние поздравления нашим зрителям, самым близким друзьям, кто смотрит, кто будет говорить, а я знаю его, и тыкать пальцем в телевизор. Денис, можно? Дорогие друзья, с наступающим всех Новым годом! Надеюсь, что в следующем году вы никогда не сможете почувствовать себя оленями и будете в полном смысле этого слова оленеводами своей судьбы. Ну и традиционно наши музыкальные гости, которых мы очень ждали и с большим удовольствием здесь приветствуем. Группа «Борис Грим» и «Братья Грим», собственно, сам Борис, добрый вечер. И добрый, гитарист добрый вечер. Владимир, здравствуйте. Добрый. Ну, мы сегодня подводим итоги не недели, а года. Вот если говорить о своих ярких впечатлениях и событиях, Борис, ну вот что было такое незабываемое, может быть? Ну, у меня незабываемые впечатления – это, конечно, какие-то концерты, гастроли и... Действительно, в этом году их было немало. Вот, у нас был даже дворец спорта в одном городе. Мы выступали на очень большом-большом празднике, где было очень много детей. В целый дворец спорта детей. Вот, и для меня это было очень приятно выступать в таком энергетически правильном и приятном месте. Вот. Также, наверное, у нас были различные гастроли по разным городам. И странам. И странам тоже, странам? Да, и странам. Где да. мы были? Где мы были? Я был в Германии, мы были в Германии, да. 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 Также я был в Болгарии, в детском лагере Камчи, где у меня были мастер-классы, и, собственно, я тоже дал концерт. Вот, то есть для детей. Такой год детей получился? Да, какой-то детский год получился, и к тому же это еще и мой год. Год петуха, я тоже родился в год петуха. Вот, то и... есть он удачный? Вообще он удачный, он непростой, конечно, был. Были, очень конечно, непростой, да, все так говорят. Были моменты сложные, были моменты прям даже очень сложные, но тем не менее, весь год он прошел так, что действительно он дал какой-то толчок дальнейший для того, чтобы двигаться дальше, и я думаю, что следующий год он подытожит год предыдущий. Вот хотела спросить про съемки клипа о Самаре. Который, ну, да. тут просто всех взбудоражил. Столько красивых девушек, столько красивых людей, знакомых людей многим, да, и известных людей, известные места вообще. Как это родилось, откуда вообще ноги растут и как это случилось? Это случилось даже больше неожиданно. Я приехал в конце лета в Самару, и почему-то мне пришла идея написать очень, очень красивую песню про этот город. Лирическую. Да, и вообще просто я подумал, почему бы не взять само название Самара, оно же очень красивое, но как имя, какое-то имя, ну, скажем, женское имя. И это очень романтично, если написать о городе, скажем, там, о каком-то женском романтическом образе. Угу. Вот. И так оно и получилось в итоге. В припев легла эта строчка «Самара», точнее, слово «Самара». Ну, такое нараспев и очень да. так слух ласкает. Ну да, собственно, у нас вообще есть такая черта, тенденция в разговоре. Мы, как тянем, нам говорят, тянем. Да, что мы тянем, да?
что у нас... Я этого не замечаю, естественно, но многие москвичи там... Москвичи, Питера... вот они как-то замечают это. Самарцы, ну, отлично, да. Тяните, что-то там, да, растягиваете. Есть что-то распевное, такое очень доброе, и, видимо, и само название Самара, оно такое же, Самара, там. Угу. И поэтому... Получилась такая песня, мы решили сделать клип, а показать действительно Самару, потому что никто ее так еще ни разу не показывал, красиво и с любовью, вот, потому что у нас есть на что посмотреть. Самара. А если говорить, ребят, о новогоднем настроении, том самом, да, есть ли оно? Что для вас это? И что может, например, создать это новогоднее настроение? Мандаринка, я не знаю, там, подарочек какой-то? Новый год – это, естественно, такой же магический ритуал, когда вдруг какое-то количество людей, скажем, на определенное время, огромное количество людей, да, там, с 29-го уже практически числа до 10-го числа, до 10 января, находится в каком-то странном измененном состоянии сознания. Вот. Просто в какой-то параллельной вселенной. Да, и действительно начинают происходить чудеса, действительно люди себя иначе начинают вести. Добрее. Да, добрее. Не так, как они ведут себя в течение всего. Конечно, по большому счету, люди должны себя вести так всегда. Ну вот так сложилось, что по традиции мы ведем себя так с конца декабря по начало января. Это вот, мне кажется, только в нашей стране, нет такое? Ну, видимо, просто и советское прошлое, оно так было всегда рассчитано, что у нас были определенные дни, когда мы радуемся, определенные дни, когда работаем, мы уже привыкли, видимо, до сих пор. И вот это в нашем подсознании оно действительно сидит. Ну что, я тогда предлагаю сейчас создать это самое новогоднее настроение, волшебное, с помощью музыки, композицию, которую, мне кажется, очень многие знают, очень многие будут нам подпевать, а вы, друзья, не стесняйтесь, это «Новогодние бабочки». Да, «Новогодние бабочки» — это песня, которая была написана давно, она написана, естественно, в Самаре. Вот, и такое же было новогоднее настроение в начале 21 века. И я помню это время, как раз тоже приближался Новый год. И я помню, что у меня в мыслях было действительно, что приближается что-то интересное в моей жизни. И действительно так и произошло потом. Прошел этот хайп, как сейчас стало модно говорить. Да. Вот, и можно сказать, действительно, я это чувствовал тогда, и в этой песне, наверное, это есть. Предвкушение, предожидание чего-то. Да, что вот именно не просто Новый год, а... Перевернется все, что-то, да? Что-то изменится. Ну, вдруг у вас, друзья, так и произойдет. Надо сейчас, я думаю, прильнуть к экранам и насладиться тем и самым проверить. Новогодним настроением. А потом проверить, да, и Борису рассказать, написать. Да. Города согрелись парочки, они как бабочки торопятся спать. День новый просится, и спать не хочется. И одиночество, неведомый кайф. Ведь скоро Новый год, ведь скоро новый день, ведь скоро новая, другая жизнь. Наверное, холодно, что так без повода. Ночные проводы, троллейбусы в пар. Шалит бессонница, она бесстыдница. И мне обидеться на всех просто так, но скоро Новый год,
скоро новая, другая жизнь. Но скоро Новый год, но скоро новый день, но скоро новая, другая жизнь. Кажется, лучше и не придумаешь. Если еще нет в вашем новогоднем плейлисте музыкальном этой песни, мне кажется, медленный танец под нее очень трогательно. Можно станцевать, сделать девушке предложение, не знаю, признаться в любви. Вполне. Что-то... Кому угодно. Можно бабушке делать. Можно бабушке, дедушке. Без разницы, друзья. Вдохновляйтесь этим самым новогодним настроением. Ну, от вас новогодние поздравления нашим зрителям. Можно чего-нибудь хорошего близким, друзьям, своим поклонникам пожелать. Да. Дорогие сограждане, дорогие жители города Самара, я, Борис Бурдаев и Владимир Косоруков, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы у вас все сбылось. Все, что хотелось и могло, все сбылось. Чтобы у вас была любовь, перманентная любовь. Каждый день, каждый час она жила внутри вас, окружала вас. Ну, собственно, больше ничего. Ну, денег, наверное, еще вам, наверное. Они вам тоже пригодятся. Ну что, мы продолжаем наш эфир. И вот уже финал. И он получился у нас невероятно дружелюбным, немного лохматым, усатым и таким, таким хорошим, миминишным. Потому что у нас в студии собаки, но не простые. Это аляскинские маламуты. Доброжелательные, удивительные, просто невероятные, ну, существа, которые создают то самое необходимое настроение. И в нашей студии здесь с ними Ксения Моторина. Ксения, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, расскажите, кто с нами сегодня здесь, что за такие ваши питомцы замечательные. Мы тут уже успели все их потискать и от души насладиться таким вот компанией приятной. К вам в гости мы взяли аляскинских маламутов. Это северная ездовая порода собак, которые отличаются своим дружелюбным характером. Они нуждаются в общении с человеком. Они сильные, выносливые. Ну и такие, наверное, очень компанейские. Они, да. Они вообще их лучше брать для компании, да, для семьи. Они хорошо уживаются с детками, то есть у них прекрасное отношение к детям. И очень подходит для семей с детьми. Угу. Как давно вы занимаетесь вот такими необычными, экзотическими породами? Вообще, это моя самая первая порода, то есть, которую я просто, когда увидела, я влюбилась сразу же. 9 лет назад я перевезла первого щенка из Костромы. Специально. Для себя? Да, для себя. Я не думала, что я буду этим заниматься. И с тех пор я просто не представляю жизни без них. И это удивительные семья. Собаки. Это семья. Это семья наша. Ну, я хотела, наверное, у вас, как у человека, который занимается очень давно собаками, вот о чем спросить. И вам, друзья, на заметку. Символ года, понятно, собака. И очень многие сейчас такие: а не подарить ли мне своей там девушке, мужу, бабушке, просто ребенку собаку? Понятно, что это не просто так. Пришел, конечно, и подарил. Какие советы можете дать именно тем, кто собирается такой подарок вручить? В качестве подарка сюрприза, если человек об этом не знает, я не рекомендую дарить щенков. Естественно, это очень ответственный шаг. Это живое существо, поэтому нужно к этому тщательно, грамотно подготовиться к появлению такого вот щенка дома. Тем более, если это первая собака, нужно изучить информацию. Для меня понадобилось 3-4 месяца перед тем, как я завела первого аляскинского маламута. Я готовилась очень к этой породе. Ну что, хотелось бы, наверное, от вас еще, может быть, какое-то пожелание, поздравление всем тем, кто сейчас нас смотрит, всем тем, кто сейчас нам завидует, потому что мы-то сейчас потискаем этих собачек. Ну, а Ксения, думаю, скажет несколько слов всем тем, кто любит собак так же, как и она.
Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть символ Нового года собака принесет верных друзей каждому, а также удачи, любви, везения и благополучия в семье и во всем. Счастья вам! Ну вот такой, друзья, хороший, дружный, собачий, по-настоящему верный у нас получился финал. Вас с наступающим Новым годом! Поздравляю! Всего самого наилучшего! Мы с вами увидимся уже в следующем году, каждую пятницу, здесь в 19:35 на телеканале «Самара ГИС» наступает твое время. И здесь, в этой студии, можешь оказаться именно ты, рассказать о себе, принести что-то свое в жизнь нашего славного города и, конечно же, быть одним из тех, кто зажигает звезды. Звезды именно здесь и зажигает себя. И хорошего вам настроения. До встречи. Дорогие мои друзья, телеканалу ГИС я желаю добра, здоровья, и пусть с этого момента поселится в вашей жизни удивительное чудо, большое, яркое, многоцветное. С Новым годом, с новым счастьем.